Давайте. О чем? Какие вопросы? Во-первых, расскажите о проекте, в рамках которого вы приехали в Харьков. Я так понимаю, это совместный проект. Именно проект по, скажем, обучению реформам, да, или вот чем? Это проект инициирован таким институтом, как Центр Вильфрида Мартенса. Этот центр, он в каком-то мере think tank, который занимается и работает для Европейской народной партии. Это EPP, если вы знаете, вот этот европейский политический, он самая большая европейская политическая партия, если смотреть Европарламент. Вот они инициировали этот проект, партнеры есть там School of Economics в Киеве. Конечно, цель то, в каком-то мере использовать вот эти западные или европейские политики, поддерживать реформу, иметь разные такие проекты, встретиться с гражданским обществом в разных регионах Киева, политическими деятелями, такого рода. Так что мы его начали где-то пару месяцев назад, так что в этом смысле для меня это интересно, я приду с Эстонии. Конечно, сегодня много дискуссий в европейской политической партии, вот, в смысле политической дискуссии, все-таки какое будущее, вот, что Евросоюз реально может делать, вот, поддерживая разных изменений в Украине. Потому что у вас это понимание появилось? Что Евросоюз? Но есть понимание, есть много деятельности, даже это слишком много. Я даже смотрю, что нуждается больше координации, больше фокуса, больше таких приоритизаций, что нуждается делать в смысле вот, технического помощи разных изменений, разных реформ. Из этого смысла, но это надо еще развивать, потому что я думаю, что в Европе, в общем плане, говорю, все-таки задача изменять Украину по мандату, который стали люди на Майдане, я думаю, что эта задача еще непонятна. Какая тяжелая, какая это исторический вызов нашего поколения, если мы честно говорим. Это для меня, что я все время говорил в разных форумах и этих европейских дискуссий, и что все-таки Украина нуждается, несмотря на эту ситуацию на фронте, в военной фронте, все-таки нуждается не такое business as usual, но business as usual is, Украина have this association договор о ассоциации, там много план действий, разного рода технического помощи, разные проекты билатеральные между странами Евросоюза, но все-таки он все-таки как-то немножко нуждается лучше фокусирование, лучше приоритизировано. То есть помощь должна быть более прикладной. Прикладной нас... это что? Это значит, извиняюсь. Более фокусировано, приоритизировано то, чтобы не можно делать все за одно время. Это во-первых. Украина очень большое государство. Она же не маленькая. И конечно, эта стартовая платформа, если вы можно так называется, довольно тяжелая, потому что это не... Я думаю, что здесь есть разница, и мы не можем сравнивать вот ситуацию Украины сегодня, там ситуации теми восточноевропейскими или теми государствами, которые начали в 90-м году, сразу после спада Советской империи. Понимаете, здесь разница немножко по-другому, потому что у вас 20 лет было разные движения, направление, не знаю, Европу или там, рыночной экономики и так далее. Слишком много мы топтались, не могли понять, куда идти. Да, и многие такие важные ценности, базовые ценности. Вот если мы говорим здесь европейская ценности, демократическое государство, правовое государство, гражданское общество, многие такие
принципы, ценности, понимания, они как-то девальвировались. Может быть, обычные люди, но, как мне кажется, не очень верят на это. Вот говорят там красивые слова, но что это значит? Является это просто фасадом красивым или это является нашим фундаментом? Если эти принципы или слова или ценности являются нашим фундаментом, то нам надо очень серьезно этим заниматься. Они должны быть крепкие, реальные. Не только по словам. Вот с этой смысле, мне кажется, вообще вот это изменение Украины на такой реальный европейский путь, это задача его комплицированности, еще не принято всей серьезности. Европы. Потому что... Со стороны Европы не принято. Ну, я могу оценивать со стороны Европы, я не хочу быть здесь каком-то критиком украинского власти, украинского народа, что знаете, это другая сторона, потому что все-таки Эстония член Евросоюза, и мы должны тоже чувствовать ответственность, что вот если мы хотим поддерживать, то надо поддерживать с такими программами, шагами, которые имели реальный эффект, как, не знаю, в коротком перспективе или длинном перспективе. Вы общаетесь с нашими, с какой-то нашей исполнительной властью, с кем-то из Верховной Рады? Вы видите в них желание, вообще понимание, куда надо идти? Да. Вот вы приезжаете совершенно со стороны, казалось бы, да, и пытаетесь объяснить Украине, что надо делать. А у Украины, и я говорю о совершенно обычных людях, мы-то живем вот в Харькове, у нас такое ощущение, что эти люди, которые пришли вроде бы как во власть, вот, да, новые, казалось бы, ну какая-то часть хотя бы новых людей, они пока не очень понимают, что нужно делать. Им пока удобно так, как было раньше. Это было бы жаль, если это так, но я думаю, что здесь может быть в каком-то мере... Может тоже такое, что непонятие в конце, вот этот, какой глубокий этот процесс реформы должен быть. Вот у нас я согласна то, что надо делать, не только говорить, это абсолютно ясно. Это с чего нужно начать, вот как вы считаете? Начать, вот это, если мы так поставим вопрос, то... Я думаю, что, мне кажется, две вещи, которым я бы фокусировал, это коррупция в любых его выражениях, потому что коррупция всегда есть, где есть люди, она есть в публичном секторе, в частном секторе, она есть и в этих государствах, которые, кажется, очень транспарентны, но это должно взяться очень серьезно. Конечно, эти рецепты или лекарства должны быть не ad-hoc, понимаете, ad-hoc, что вот для один раз, это должен быть системный подход, но здесь ясно, что нуждается более сильную поддержку и, конечно, требования от доноров. Я здесь назвал и доноров Евросоюз, и любые государства. Контроль. Но не только, но здесь определенный принцип, и их надо делать без всяких компромиссов, я думаю, что понимаете, коррупция такое влияние, что мы все знаем в каком-то мере эти причины, но здесь надо заниматься, начиная с завтра утром, здесь ничего ждать не надо, понимаете, и, конечно, если нет политической воли, никто не может сбоку стать членом парламентов или правительства, или руководителем регионов. Не можно руководить сбоку, понимаете? Руководить может или лидировать может те, которые есть. Но с этой смысле, я думаю, что это... И здесь надо быть некомпромиссным. Некомпромиссным. Я думаю, что... Если вы у меня спрашиваете, мне кажется, здесь мало сделано за год, мне кажется. Конечно, я следу очень внимательно, какие решения принимаются, но все-таки здесь надо понять, как эта проблема заниматься. Это один. И второй вопрос, я думаю, что
для экономической среды, для вообще для исправления экономического пространства, макроэкономического ситуации, все должны начинать платить налоги. Налоговая культура должна изменять резко, потому что это вопрос экономического пространства, это вопрос конкурентоспособности, но в то же время это вопрос доходов, государственный бюджет для публичных нужд и так далее. И это потому что, понимаете, кто сюда придет инвестировать, когда те предприятия не платят налоги, а я хочу быть честным инвестором, потому что честный инвестор делает честные бизнес-планы. Никто не придет, серьезный инвестор, инвестировать, что я должен учитывать, что я не буду платить налоги. Зачем это? Две этого вещи. Это можно делать, я думаю, что эти две, по-моему, приоритеты. Конечно, проблем очень много. Знаете, кто-то говорит о здравоохранении, кто-то говорит о полиции. Все эти тоже важны. Но мне кажется, что все-таки эстонский опыт реформы, все-таки надо заниматься, надо как-то попробовать взять проблему в руки. Проблему ты не возьмешь в руки, когда ты его как-то слишком комплицированно, неясно объясняешь. И с этим надо заниматься, на высоком политическом уровне. Скажите, вот сопротивление реформам в Эстонии, когда вы проводили ту же налоговую реформу, насколько оно было сильным? Ведь у нас оно не просто сильное, у нас даже никто не понимает, что вот налоги, это да, это там это самое первое. Да, безусловно, мы с вами согласны, для этого нужен климат, для этого нужны законы, нужны личности. У вас там, есть налоговые законы? Я не знаю. Да, одна вещь, конечно, является это налоговая система самым хорошим для украинской экономической среды, я имею в виду, сколько там того налога, сколько другого, другого и другого, и сколько эффективна эта налоговая система, это одно дело. Но платить налоги, несмотря, может быть, они даже не хорошие для там, мотивирования экономического развития, но это одно другое. Но налоговая культура, налоговая дисциплина, то, что бизнес и платить налоги, это как А и Б, и, конечно, это не изменяется очень просто так, потому что, но я думаю, что вот эти должны, здесь можно получить успехи, я думаю, что за очень короткое время, если это заниматься очень серьезно. Должно войти в хорошую привычку. Ну, например, я принесу вам пример. Вот я много слышал, у меня есть некий опыт с субъективными там, контактами, и эстонских предпринимателей, и украинских предпринимателей, вот функция вашего прокуратуры. Ну как может быть, что какие-то прокуроры просто занимаются рэкетом? То все по. Ну как это может быть? У вас есть там генеральный прокурор? Что это такое? Это вся одна организация. Слушайте, надо их увольнять сразу. Да, надо их увольнять. Слушайте, я не знаю, может быть, политическое решение должно быть такое, а не менять там кого-то сюда, этого все знают. Как это может быть? Слушайте, мы же не можем изменять эту систему, если эти люди занимаются с этим ежедневно, системно, и это толерируется сверх. Слушайте. Вы легко увольняли работника, когда узнавали о каких-то... Я думаю, что это, конечно, понимаете, это мы много, если идти назад на 90-х годов, то сначала, но это были 90-е годы, вы представляете, это, конечно, было очень трудно найти новых государственных чиновников, хорошо квалифицированных, мотивированных, прокуроров, судей и так далее, и так далее, и так далее. Но это идет шаг по шагу. Говорить сегодня, что в Украине нет таких образованных кадров, это просто это ерунда. 45 миллионов человек, многие изучили новое поколение, уже полное новое поколение, многие изучили за рубежом. Слушайте, мы же говорим в конце концов, там в начале сотни, две сотни, три сотни людей, которые вот это топ-менеджеры. Это, я думаю, что это в таком смысле. Конечно,
нуждаются там правила, другие институции, но вот такие вещи должна делать сразу. Я интересом следу, что делает вас одесский губернатор господин Жакашвили, но я думаю, что я думаю, что его подход на эту тему, если я смотрел его пресс-конференции, когда он вступил в должность, я 100% разделяю его. Как у него поддерживает власть с Киевской, какие у него руки, короткие или не короткие, но все-таки его подход абсолютно правильно. Он изучал это с Эстонии, потому что он уже это сделал. Так что с этой смысле это zero, ноль толерантность. И это должно начинаться очень четко. Я не вижу другого решения. Получается, что все эти люди должны быть со стороны, не изнутри, пока, но все изнутри. Я думаю, что может быть. Эстонский опыт... Конечно, еще раз повторяю, вот в начале 90-х это было довольно трудно найти таких людей, но все-таки, если начать думать, всегда государственная не такая большая, государственный аппарат. Знаете, всегда нуждается, может быть, знаете, любая организация работает так, что у тебя есть топ-менеджеры. Как вы их называете. И это идет вниз шаг по шагу. Значит, но если идти даже в Америку, большое государство, там все равно всегда топ-менеджеров, но вначале 5 человек, тогда следующий слой 10, следующий слой. Это не такие большие количества номер, но, конечно, надо изменять это очень резко. Я думаю, что я просто не вижу. Если этого не получается, тогда ну, мы можем здесь с вами болтать на этом теме, но просто я думаю, что это большой вызов, и это надо сделать. Это надо просто сделать. Модерная, хорошо мотивированная гражданская служба, я имею в виду на уровне чиновников, это базовая институция правового государства. Конечно, этим людям надо сразу платить конкурентоспособные зарплаты. Но если учитывать, сколько они принесут назад, и какая раздутость этих то штатов, я думаю, что, я не знаю, какое общее здесь публичное мнение, но ясно то, что мы сразу начали платить ключевым чиновникам хорошую зарплату. Они должны быть конкурентоспособны, потому что они могут идти на частный сектор, где нуждаются конкурентоспособные люди. Это деньги надо найти. Это небольшие деньги, потому что если я уверен, я не знаю точно весь украинский бюджет, но я знаю, что эти деньги не могут быть большие. Но все-таки с этого надо начать. Скажите, а насколько вообще Европа раздражена тем, что в Украине так медленно все делается? Вот прошел год, и как бы очень большие вопросы к динамике перемен. Вот больше... Мне трудно, это очень хороший вопрос. Понимаете, здесь можно ответить так оптимистически, можно ответить скептицизмом. Но, конечно, такая западная развитие Европы, я не читаю Эстонию в этом, ну, такие, они привыкли в каком-то мере ну, дать время. Это во-первых, в каком-то мере, что вот и я думаю, что это может быть один подход. Наш подход, что все-таки время радикальных изменений всегда довольно маленький. Понимаете, общество не может принимать уже такое, человеческая энергия уступает и так далее. Мы уступаем этот момент. Так что с этой смысле я думаю, что... Я разделяю больше то, чтобы все-таки очень много, очень реальное решение надо делать сразу. С этой смысле немножко волнуюсь Украину с этой точки зрения. Но что мне дает основу на оптимизм, что все, понимаете, оптимизму мы должны найти, если мы смотрим такие общие глобальные процессы.
Понимаете, все такие режимы, как мы видим в нашем восточном соседе, у вас и у нас, они не sustainable. Не постоянно, в каком-то вере, понимаете? Потому что не могут системы вот этом, в глобальном поселке жить своими художественными и реальными представлениями о мире. Понимаете? Просто это не может. У нас есть в Эстонии такая поговорка, что вот ложь упадет, а правда поднимается. Знаете, это закон природы. И это в смысле, вот этот глобальное решение какого-то там протекционизма своего, это просто не работает. Мир стал таким поселком, понимаете, если смотрите, что случилось в то же самое время, когда закончилась Советская империя. Одна из самых больших глобальных изменений за 20 век. В 20 веке вообще произошло три глобальных изменений. Начали эти двигатели для мотора, для автомобилей, и изменилась транспортная реалия. Изменилась транспортная реалия. И второе — технологическая революция. Вот это изменение коммуникации. И эта коммуникация не может быть какого-то сокрытого своего права. Это может делиться, это имеет такое, все взаимосвязано. Это мы видим с этой смысле. Я думаю, что в Украине есть все в порядке. Есть очень, еще раз, такие гражданские позиции выражены на оранжевом революции, на Майдане. Это покажет, что вот на уровне реального такого поля очень здоровое общество. Больное общество, какие-то люди, которым все равно, что происходит вокруг всего, не может действовать в таком образе. Это покажет, что есть очень здоровое общество, это очень большой потенциал. Конечно, это не помогает человеку, которого я встретился на улице и которого не получил свой банковский депозит $900, потому что банковский какой-то чиновник его послал не знаю куда. Это не помогает этому человеку, но мы должны в каком-то мере смотреть эти перспективы. Все равно нуждается эти реформы сделать. Я уверен в этом. Это просто нет способности жить много времени в таком реале. Знаете, мы сейчас даже в довольно опасной ситуации находимся. Вот у нас все-таки идет война, нельзя это сбрасывать со счетов. Но солдаты, которые находятся на фронте, а мы туда достаточно часто ездим и с ними общаемся, они в состоянии в таком, в котором говорят, мы-то здесь, конечно, защищаем Родину, но пока Родина ничего не делает для того, чтобы вот эти перемены, которые мы защищаем, действительно происходили, мы очень спокойненько развернемся и вот с этим же оружием пойдем в ту сторону, на Киев. Вот здесь мы решим вопрос. То есть вот реальность третьего Майдана, как вы думаете, насколько в Украине? Ну, мне трудно оценивать. Это гораздо более опасно. Да, мне трудно оценивать, но я думаю, что это, по-моему, очень сильный мотиватор должно быть сегодняшним лидером. Будем надеяться, да. Нет, ну должна же быть, потому что, понимаете, это же, еще раз я его выражу так, это очень здоровый, сильный гражданский позиция выражена на этих мероприятиях, так называемых. Это никуда не делится, понимаете? В каком виде, значит, легче стало, надо начинать заниматься с этим серьезным делом или... Но давайте не будем такой скептиком. Я думаю, что все-таки есть какое-то движение, есть трудности, но я думаю, что все-таки, что я сказал в начале, что вот это изменение, эта задача довольно тяжелая, потому что это не изменение законов, это не изменение там наверху,
конце концов. Да, это извинение ценности любого гражданина. Понимаете? Что такое было советское прошлое? Это же люди были объектом. Люди, гражданины должны быть субъектом. Это демократическая логика. Люди должны уметь использовать свободу. Мы же свободное государство. Поздравляем друг друга. Украина же свободное государство. Знаете, свободу надо, как использовать свободу в вот этом глобальном мире, учитывая эти тебе важные ценности, в том числе ценности, то, что у тебя есть твое отечество, не Эстония, а Украина, это очень важно. Человек, у кого есть отечество, чувство отечества, это более такой ценный или более перфектным человеком, чем просто, который является каком-то космополитом или не знаю, как, с кем. Но мир движется вроде бы все-таки как-то... Это философия, это слишком общее, так что давайте не забудем фокус. Фокус тоже. Нынешний конфликт, который у нас сейчас есть, вот в одном интервью сказали, что он продлится 10 лет и закончится распадом России. Почему вы так считаете? Это, что будет в Украине? Это, не, моя, это не моя личное мнение, а это позиция многих аналитиков геополитики. Для этого надо иметь в виду вот геополитические процессы довольно объективные. Знаете, в экономике есть свои объективные законы, в природе есть объективные законы, и в каком-то мере в геополитическом развитии есть свои объективные законы. Конфликт, который вот вы где-то нашли в интернете, я имел в виду конфликт, этот довольно художественный, правильно, художественный конфликт между Россией и Западом, который выражается сейчас вот этом войну между Россией, я думаю, что войну между Кремлем и Украиной. С этой агрессивной деятельностью есть свое объяснение в геополитической логике. Но если учитывая вот эти все глобальные геополитические развития, просто для этого нет ресурсов или резервов тем государствам, которые не учитывают позитивные геополитические тренды. И такое вот нарушение геополитического баланса в европейском пространстве, он же имеет свои нитки в других региональных геополитических проблем. Есть такая нормальная, есть много изменений, которые мы еще видим через 20, 30, 40 лет, конечно. Я говорю насчет геополитической логики. И одно из тех вот американских аналитиков, я могу назвать Джордж Фридман, например, который вот видел вот эти развития, что происходит сейчас, что просто результатом этого, я знаю, Россия не держится в одном государстве. Это не значит, что это разделение где-то в середине Санкт-Петербурга, конечно, нет. Но мы же видим эти развития, эти очень разные, так что с этой смысле, как, когда... Знаете, в геополитике всегда есть такое понятие, как это по-русски, но называем его так, черным утком, или что производит какие-то происшествия, которые мы не можем прогнозировать, как в экономике. Кто знал, что будет? Да, закрыт.
всегда нет линейности. Мы не знаем вот точно, даже никто не мог предвидеть, что вот будет такая война между Россией и Украиной. Эта война является в каком-то смысле вот этот фактором, который не можно на научном аналитике предвидеть. Мы не знаем, что вот будет. Это мог бы случиться что-то другое, но вот получилось вот этот кризис в таком виде. И это же стимулирует какие-то процессы, которые вот объективно окончатся с этого. 10 лет меньше. Вот это в геополитике в этом смысле, я же не какой-то, как этот, астролог или... Скажите, а в Эстонии, это смысле? Насколько вообще сильна поддержка России внутри? России. России. Потому что, судя по интернет-ресурсам, вот именно России, вот, вернее, общин российских, там поддерживают политику Путина очень сильно. Насколько сильно? Это так русскоговорящее меньшинство. Да, да, да. Это ясно. Русскоговорящее меньшинство вот в Эстонии. У него есть свои специфические корни, мы все знаем. Они же многие. У нас есть русская община, которая жила веки в Эстонии, довольно маленькая. Mm-hmm. Перед Второй мировой войной, перед оккупацией Эстонской республики Сталином, где-то русских было 2-3%. Mm-hmm. Конечно, это была политика колонизации во время Советского Союза. Мы закончили, когда оккупация закончилась, где-то 30% было так называемых русскоговорящих. В этом числе есть и украинцы, белорусы, но другие. И, конечно, многие вернулись в Россию или вот домой, но не очень многие. Многие остались. И мы начали довольно такой, мы называем процесс интеграции. Процесс интеграции не может быть, что через ночь, или через один день или год вот ты изменяешь в каком-то мере... что человек думает, куда он принадлежит, в каком пространстве он живет. Если вы идете, какие-то эстонские, может быть, где больше живет русскоговорящие, вы можете найти людей, которые думают, что Путин президент Эстонии. Так что все это смысл. И если смотреть такое общее, такое публичное мнение среди русскоговорящих меньшинств, тогда я думаю, что это довольно диверсифицировано. Есть, конечно, довольно серьезная часть, которая, в принципе, живет информационным пространством кремлевской пропаганды. И это жаль. Мы очень много, было много попыток, и это такое никогда не закончилось политической дискуссией. Вот эстонское государство делали мало, мы делали мало, мы как-то... Я все время говорю, что, слушайте, мы не можем себя требовать то, которое мы не способны. Ты же не можешь взять какой-то укол, лекарство и дать такую-то маленькую таблетку, чтобы он менял свою корни, свое понятие, свою историю человеческую, его семье и так далее. Конечно, те люди, которые живут сегодня в пространстве российской пропаганды, то они, для них другая правда. Мы должны жить с этим фактом. Это в каком-то мере и проблема для нас. А какой процент таких людей? Я не смотрел последних данных, но я могу вот здесь ошибиться, но я думаю, что если такое русскоговорящее община, те, которые читают свою материнским языком русский язык, но где-то 20% от всей эстонской общества. С это 20%, я думаю, где-то 40 довольно сильно поддерживают и разделяют эту правду Кремля. 40%. Я думаю, что 30% сомневают. И 30%. Но вроде бы том позиции, которые живут, к которым мы живем.
Так что это в каком-то смысле. Это не такое унитарное или все одинаково. Есть те, которые это реально верят, и это очень простым причинам. У них ничего против эстонской государственности, но просто они смотрят этот телевизор. Вы смотрите эти телевизионные передачи, я смотрю их. Понимаете? Чтобы знать, как да. Я возьму и смотрю их, когда у меня есть время, но это в каком-то смысле, но надо смотреть и другие русские каналы. Тогда надо знать лицо. Да, так, с этой смысле нужно знать, что они там. И это очень хорошо, понимаете, это пропаганда, это технология пропаганды. Это не такая мягкая, которая была в советское время, знаете, как это, гладили. Да, там, да. Это же очень хитрая, агрессивная. А есть, существует антидот против этой пропаганды? Ну, что в Эстонии что делают, нужно? Но что мы сейчас начали, да. Понимаете, что мы сейчас начали, мы решали, вот у нас есть публичное телевидение, радио. Это не государственное, общественное, понимаете, это очень важно. У вас тоже нуждается пока, это. Да, нет, да, понимаете, не какое-то правительственное телевидение, он независимый от правительства и от парламента, она независимая институция. Вот мы решали, что нам нуждается в каком-то мере современная полностью канал на русском языке. Угу. Например, это будет открыто в сентябре, но где-то подготовили этот год, потому что это не можно делать просто так, потому что, понимаете, это конкурировать очень трудно, и, конечно, чтобы было больше это смысла информации. Очень много это дискутировали в Евросоюзе. Евросоюз, ну, тоже понял, там есть разные рабочие группы, вот как не ответить этому пропагандам с контрпропагандой, а понять, что здесь все-таки мы живем в этом глобальном поселке, в этом информационном обществе, что можно делать систематическим ложем, ну, в мире, и это хороший такой кейс, Евросоюза, на уровне НАТО, тоже это важно, потому что, но это я думаю, что неправильный какой-то ответ, что на пропаганду ответить с контрпропагандой, но все-таки в нашей, если смотреть, такую, фокусировать на тему на Эстонии, все-таки просто предлагать более эффективно позитивную альтернативу. Потому что это же не проблема тех людей, которые объекты этого пропаганды, понимаете? Вот говорят, что времени совсем нет. У меня последний вопросик. Вы уже сегодня встречались в Харькове с представителями гражданского общества, с нашей исполнительной властью. Какое у вас ощущение вообще от нашего города? Впечатление? Мы встретились с бизнес-ассоциацией. Да. Был там круглый стол насчет там, электронное правительство, дигитальное общество. И встретились с вице-губернатором. И сейчас пойдем встретиться там, гражданское общество. Я думаю, что выступление на человеческом уровне очень хорошее. Люди очень профессиональные. Но я думаю, что все-таки я не хочу делать никакую рекомендацию, но просто чтобы идти откуда-то куда-то. Надо фиксировать диагноз. Вот насчет диагнозов должно иметься консенсус. Понимаете, это очень неоднозначный город, очень разный. Я понимаю это насчет этого вопроса, да, с отношением с своим соседом. Это нам очень понятно, потому что у нас тоже еще в Восточной Эстонии, там же много русскоговорящих, но честно говоря, я хочу вернуть. Так что с этой смысле на человеческом уровне мне очень позитивно. Я первый раз здесь, город выглядит очень хорошо, такие многие красивые рестораны. Так что не надо, я думаю, что... Это не говорит о том, да, что в Харькове все хорошо. Конечно, абсолютно. Я думаю, что это вы не можете, это ваша профессиональная этика.
Я хочу просто немножко быть позитивным, потому что все-таки не надо бояться. Реформов надо делать с улыбкой. Понимаете? Вы боялись? Реформы не можно делать с грустным и слезами. Реформы – это веселые вещи, понимаете? Это будущее. Вы боялись, когда ехали в Харьков? Sorry? Вы боялись, когда ехали в Харьков? Нет. Говорят, что Харьков уже такой город, где... Нет, это есть какое-то понятие, да. Это что вот Арково уже близко, да. Но я думаю, что мы же можем следить легко, что происходит. Конечно, нет. Спасибо.